Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні з нами зараз Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Костянтина, вітаю. Вітаю. А зараз про авіацію, про бойову авіацію. Багато йдеться. Ми спочатку оцінимо перспективи отримання Україною західної бойової авіаційної техніки. Ну я думаю, що Запад з кожним днем все більше і більше розуміє, що Україні треба вирішити... целую группу задач для того, чтобы уменьшить все наши потери и по людям, и по инфраструктуре. И поэтому я думаю, что F-16 мы в конце концов получим. Почему F-16, я об этом скажу немножко дальше. Украине надо закрыть небо. Раз. Потому что и баллистика, и крылатые ракеты наносят существенный ущерб нам. Нам надо закрыть вопросы, которые касаются э, действий фронтовой авиации, которая поддерживает э, наши войска на месте, как в наступательных действиях, так и в оборонительных мероприятиях. Это все связано друг с другом. Поэтому, если говорить о том, что нам выбирать, то выбирать мы должны ну, по большому счету, когда мы приходим в магазин, нам надо решить, что нам покупать. Либо такую машину, либо другую машину, либо третью, либо четвертую. Одна красивая, другая удобная, четвертая надежная. И по совокупности этих факторов, по совокупности этих характеристик потребительских и цены, мы осуществляем свой выбор. Это ну, естественное наше такое поведение потребительское. Вопросы, которые касаются выбора истребителя для нас, все происходит абсолютно точно так же, к этому еще добавляются некоторые политические аспекты. То есть мы не можем приобрести эти самолеты в тот момент, когда мы хотим, потому что на это накладываются еще какие-то политические соображения. Но я думаю, что Запад к этому созревает, созревает достаточно активно. Мы это видим по Рамштайнам. И рано или поздно мы это дело получим. Что у нас есть, так сказать, на, на прилавке. На прилавке у нас есть F-16, который является как бы... МиГ-29 является ответом на F-16. У нас есть F-15, который альтернативой ему является все семейство Су-27, это и Су-30, и Су-33, и 35, и 37, и так далее. Есть еще шведский Гриппен, и есть европейские Еврофайтеры и Рафали. Ну, я бы как бы сразу же Рафали и Еврофайтер бы отсек, потому что они фактически там, приблизительно в два раза дороже, чем э, то, что есть у нас из F-16, F-15. Э, и еще не следует забывать, я всегда помню о том, что у нас есть А-10 Thunderbolt. Это очень интересный штурмовик с большими уровнями дублирования всех систем с очень высокой боевой нагрузкой, которую он может нести, и работы, которую он, соответственно, может выполнять на линии боевого столкновения. Ну, давайте поговорим об F-16. Что это, что это за машина? Если представить себе, вот просто габаритные характеристики, если представить себе волейбольную площадку, а стандартная волейбольная площадка это 8 на 9 метров, то на эту площадку не доходя даже по длине до ее конца, F-16 совершенно спокойно становится. У него один двигатель, у него интересная система стабилизации, то есть центр масс, центр аэродинамических сил распределены таким образом, что он находится в состоянии такого неустойчивого равновесия. То есть ему очень легко из одного состояния переходить в другое состояние, ну, относительно координат каких-то. Да? Потому что, например, транспортные самолеты, они делаются совершенно по другой концепции. И многие истребители делаются немножко по... Эти силы растянуты между собой для того, чтобы была более высокая устойчивость, там продольная, поперечная устойчивость. А теперь Миг-29, который был создан для того, чтобы иметь альтернативу F-16. То есть мы сейчас поривниваем да, западные да. типы э, боевых из, с ну, щеродянскими. Ну и еще я хочу это сделать как аргумент в пользу F-16 относительно F-15. Значит, что там интересно? Вот у вас есть МиГ-29, он на эту волейбольную площадку станет так, что он практически займет всю ее длину, и крылья у него будут торчать немножко там по бокам, выходить там по метру от этой волейбольной площадки. На МиГ-29 поставили уже два двигателя, поэтому в этот же габарит вписалось два двигателя, значит на два двигателя надо значительно больше топлива. Поэтому э, боевая нагрузка, которую может нести F-16, она фактически в два-в три раза выше, чем боевая нагрузка, которую может нести МиГ-29. Это очень существенно, если мы хотим, чтобы у нас была функция многоцелевого истребителя, который мог, может выступать и в качестве истребителя для воздушного боя, и в качестве э, какого-то бомбардировщика при фронтовой авиации, который может даже выполнять в определенных аспектах и функции даже штурмовой авиации. То есть мы действительно можем получить многоцелевой истребитель, который и решит задачи закрытия нашего неба, и который решит задачи, ну, которые я называл раньше. F-15 такие функции выполнить не сможет, потому что это... Он считается одними из самых лучших истребителей поколения 4-4++ с удивительными характеристиками по скороподъемности, по маневрированию. Но если мы поставим все вот эти самолеты, которые я перечислял раньше, представим себе, что это автомобили, которые едут по дороге, то F-16 это мотоцикл, стритбайк, который маневрирует очень быстро, резко между машинами он значительно быстрее, он значительно ловчее, и при этом он несет очень высокую боевую нагрузку. Он несет боевую нагрузку, которая соизмерима с боевой нагрузкой Су-27. Это уже большой тяжелый истребитель. Что касается подготовки наших летчиков, то ну, она, мы знаем, уже началась давно. Есть такое мнение, что это очень долго готовится на этот истребитель. Это один из самых сложных истребителей. Но это все связано с техникой управления. Там нет как такового штурвала, там есть у пилота джойстик, и этим джойстиком он управляет этой машиной. И это несколько непривычно, потому что это связано с другими физиологическими реакциями летчиков. К ним надо привыкнуть. Я, я перепрошу в этом месте, так? вы але... Зараз нове покоління і працює з джуристиками. Тобто да, питання да. наступне: да. А підготовка пілотів винищувачів. Наскільки її початкова фаза може відбуватися на існуючих симуляторах? Там так і є. Там, в початку підготовка длилася полтора року. Це для обличчя пілота американської авіації. Він спочатку працює на тренажерах, потім переходить на уже машини з парки. и после этого он только начинает осваивать пилотирование, после того, как освоил пилотирование, он тогда уже начинает осваивать боевое применение. И сейчас эта программа укладывается в 6 месяцев. Ну, так, во всяком случае, было анонсировано для наших пилотов, потому что наши пилоты достаточно высокого класса. Какие еще есть проблемы с этим самолетом, какие есть мифы про него? Это мифы про то, что у него ломается передняя стойка, что там слабая передняя стойка. Я, как человек, который занимался проведением прочностных испытаний, могу сказать, что это полный абсурд. По двум причинам. Первая причина, что есть сайт, называется он F16.net, по которому можно посмотреть и исследовать все катастрофы, которые происходили с этим самолетом. Так вот, по поводу передней стойки было три катастрофы, причем в прошлом году. Ну, не катастрофа, а летное происшествие. Это на аэродроме в Южной Каролине было две посадки, при которых почему-то произошло, э, произошло ломание этой передней стойки. Может быть это связано непосредственно со спецификой этого аэродрома, либо связано с какими-то ошибками летчиков. И еще одна, э, одно летное происшествие произошло, по-моему, в Гонолулу, когда э, тоже неудачно посадили самолет, но там вроде бы как просто не, была какая-то халатность, там стойка не открылась, а летчик считал, что она открылась. Поэтому миф о том, что у него нет этой, что у него слабая передняя стойка, ну как бы это и есть миф. И второе то, что когда разрабатывается концепция самолета, разрабатываются программы прочностных испытаний, они связаны с его аэродинамическими нагрузками, нагрузками весовыми. И это совершенно четкая процедура, описанная, какая должна быть расчетная нагрузка на эту переднюю стойку в частности. Она проходит прочностные испытания, она проходит усталостные испытания. Она не, самолет не будет сертифицирован, если у него какой-то из его элементов не прошел непосредственные испытания. Теперь то, что касается вопроса обслуживания этих самолетов, это очень серьезный вопрос. Этих на, одного, на, на один самолет, грубо говоря, приходится где-то порядка 20 человек персоналов обслуживания. И из них из этого персонала где-то больше половины это люди, которые должны быть с высшим инженерным образованием. они должны быть специалисты по системам, по радиоэлектронным системам, по связи, по, обнаруж... по радиолокации, по всем видам вооружений, по коммуникациям внутри самолета. Я не говорю уже там про высокий уровень непосредственно техника самолета, который должен его обслуживать. к каждому самолету прикреплен его личный хозяин, это техник самолета. Это мы сейчас про F-16 говорим. Да, говорю. это я все про F-16, но оно касается всех самолетов. Это такая процедура, она касается всех самолетов. Я просто тому, що f 16 мені більше нравиться, чим всі останні, он, он самый рациональный, самый целесообразный, самый логичный самоліт. А якщо порівнювати тактико-технічні характеристики f 16 ну, наприклад, з Міг 29 я розумію, що це некоректне порівняння, тому що це різні типи машин. f 16 має один двигун, те про що ви сказали. Міг – два двигуни. Але, от навіть дивлячись на енергоозброєність обох машин. мы можем сделать открытие, что в наборе высоты, например, F-16 практически не поступается миг 29 который имеет два двигателя. Я как раз об этом и говорил, о том, что э, сравнение совершенно корректное. Это самолеты, это как бы, вот, как бы пары. Вот F-16 и MiG-29 это одна пара, а другая пара это F-15 и Су-27. Ну и дальнейшее все семейство. Они где-то эти пары образовывают одинаковые классы. МиГ-29 считается истребителем так же легким, как и F-16. И по своим тактико-техническим характеристикам, по высоте, по скорости на высоте, по скороподъемности, по скорости на земле, они фактически идентичны. Но та энергетика, которая Находится в одном двигателе и позволяет F-16 совершать его все маневры. Она в Миг-29 была разнесена на два двигателя. И, соответственно, он, стал, он взял то, что можно было использовать в качестве боевой нагрузки. Он взял, постав, использовал этот вес для того, чтобы поставить двигатель и, соответственно, большее топлива, большее количество топлива. Поэтому дальность у него и боевой радиус. Ну, немножко меньше, чем у F-16. То есть у F-16 дальность э, больше, дальность застосования, да? Да, но, Меж здесь у -29. Надо, да здесь, но здесь надо понимать такие вещи, что это э, нет единой цифры, потому что там говорится радиус боевого применения, там, допустим, 500 или 600 километров. Но это все зависит от того, какая у него задача, какая боевая нагрузка, на каких скоростях он должен входить в зону выполнения боевого задания, с какой скоростью он должен оттуда уходить. Это все взаимосвязанные вещи. Но принципиально F-16 более ловкий, более... Маньоврений і більш виносливий, муравій, чем 29-й ну, простое насікомої. Дивлячись на останні політичні рішення, про, ну вибачте, я тут до танків знову повернуся, як приклад, нам будуть надавати Україні будуть надавати ліопарди 2 останньої модифікації, що для мене було ну, несподіванкою, відверто кажучи. А чи же так и що что в принципе Украина получает той же F-16 с временем, тоже последней модификации? И что это означает? F-16 машина, которая была создана еще в 1978 году, она прошла там первые взлеты, где-то через 4 года начались испытания МиГ-29, то есть его первые полеты, но и та и другая машина проходили модификации. Модификаций F-16 значительно больше, и они там обозначаются не только буквенными индексами, но они еще и обозначаются так называемым блок. Фактически любой F-16 можно довести до блока, который сейчас там считается самым последним, там 70-й, 72-й блоки. Но даже если это будет и 50-й блок, это очень хорошая машина, которая окажет существенное влияние на ход боевых действий. Может быть, даже последние модификации нам и особенно не нужны, потому что мы не сможем использовать эти суперкачества. Ну, как телефон iPhone. Там очень много функций, которые мы не пользуемся и не можем пользоваться, потому что нет инфра инфраструктуры, которая позволяет это дело использовать. Но я имею в виду, прежде всего, связь, коммуникации со всеми остальными средствами, э обмена информацией со всеми остальными объектами, которые существуют на... В зоні бойових действий: це і танки, это і безпілотники, і э, радіорозвідка, і сріства радіоелектронної боротьби, і так далі. І тому ну, тобто, в якості фронтового винищувача f 16 я так розумію, є оптимальна модель. Найлучше. Найкраще. Окей. А Украина потребует посилення uh, штурмовой авиации. У нас есть ну, еще радянський Су-25, как фронтовый штурмовик. И тут оптимисты uh, uh, говорят про то, что Украина может отримати американский штурмовик А-10. Эти машины, они как бы внешне не похожи, внешне не похожи, но во многих потребительских своих характеристиках они очень схожи. Это э, достаточно простые в пилотировании и в эксплуатации машины. Это очень выносливые машины с точки зрения поражения их э, различными там видами боеприпасов, там либо пулемет, либо пушка, либо э, какие-то обрывки э, разрыв снаряда, осколки. То есть не снаряда, а ракеты. Это э, машины, у которых разный уровень дублирования по разным системам но Thunderbolt, он немножко повыше стоит и у него дублирование всех систем коэффициент 4. такого коэффициента вы не найдете никакой другой техники то есть он долетает и изрешеченный приземляется на свою базу это очень живучий самолет поэтому он мне очень нравится потому что он может нести большую нагрузку он тоже в массовом количестве имеется в НАТО есть целые аэродромы, которые стоят за А-10 а в Америке. И это та работяга, та рабочая лошадка, которая может очень много перенести, грубо говоря, там, смертельных снарядов, бомб, ракет на поражение позиции нашего врага. Эксперты говорят про шведский винищувач Гриппен. При этом, как его перевага, наводится его технологичность. И то, что в эксплуатации он дешевший, чем F-16. Что вы скажете? Он действительно очень технологичный в обслуживании. Ну, вот мне очень нравятся автомобили SAP. Когда садились в автомобиль Saab, там еще там 20 лет назад говорили: "О, самолет". Но это действительно э, фирма, которая специализировалась не только на выпуске автомобилей, а которая традиционно занималась выпуском самолетов. Шведские конструкторы их конструкторская школа очень любит схему, называется она утка. То есть это большая поверхность крыла. И для того, чтобы компенсировать различные аэродинамические влияния, для того, чтобы управлять этим самолетом, впереди стоят такие небольшие крылышки. Но, по сути дела, это вот физический процесс можно описать таким образом, что если обычная обычная компоновка, к которой мы привыкли. Это мы берем как бы аналог, мы берем карандашик за верх и держим его, и он устойчив в этом состоянии. И схема утка, это когда мы пытаемся этот карандаш удержать на кончике пальца и балансировать. Вот именно за счет этих крылышек он и балансирует. Первые полеты, и там было даже несколько летных происшествий и катастроф, когда начиналось развитие этого самолета он, кстати, он свежее, он где-то 90-х годов, когда начиналась его эксплуатация и первые полеты, особенно были большие проблемы с этим. Потом шведы научились с этим бороться. Там стоит совершенно потрясающая электромеханическая система, которая отслеживает все воздействия аэродинамические, все влияния и позволяет его стабильно удерживать. Но у меня есть такое просто ну, как бы недоверие к самой схеме утка, хотя она имеет место в жизни быть. А как целом, у шведов вышло? Потому что ну, есть такой стереотип, что история с разработкой современных винищивателей и их производство – это справа великих стран с величезными бюджетами. Ну там, Соединенные Штаты, Китай, Навіть Європа об'єдналася для того, щоб зробити Єврофайтер. Хоча зрозуміло, що був там Міраж 2000, Суперетандар французький, але все одно об'єдналися багато країн, щоб створити Єврофайтер. Ну і Радянський Союз, який практично всі моделі, які є на озброєнні сучасної Росії, вони мають своє коріння ще в Радянському Союзі. Як Шведам вдалося автономно створити свій власний достатньо конкурентно спроможний винищувач? История. Исторически это все сложилось так. Потому что э, это страна с высоким машиностроительным... Машиностроительной культурой очень высокой. Это автомобили и Volvo, и все остальное. То, что делают шведы, это образец надежности, образец продуманности, потому что они живут в условиях, когда ну, сложные климатические условия, и все должно быть абсолютно надежно. И это конструкторская школа. Конструкторские школы создаются... Даже ну, не годами, они создаются десятилетиями. Для того, чтобы сейчас в любой стране начать производство своего собственного, допустим, истребителя. Это надо воспитать школу конструкторов, и на это уходит, но по моим ощущениям от 15 до 20 лет не меньше. Быстрее это все не происходит. Цикл вообще создания самолета, он там от 8 до 20 лет. Меньше не бывает, а еще его надо до этого сконструировать, прежде чем запустить в производство. Поэтому я, честно говоря, не удивлен, потому что шведская школа, она очень старая, она еще до, Первой, до Второй мировой войны начала развиваться. Там все это уже было, там это все уже знали. Поэтому ничего удивительного нет. А по поводу, кстати, я вспомнил Гриппена, был тендер в Хорватии, хорваты хотели поменять свои старые самолеты, и шведы на очень хороших условиях, с большими скидками, хотели организовать поставку своих истребителей. Хорваты к этому склонялись и почти, почти пришли, но в какой-то последний момент они все-таки приняли решение, что им лучше все-таки приобретать F-16. Это еще один аргумент в пользу F-16. Но, кстати, Гриппан, по-моему, 30 машин находится на вооружении Швейцарии. Я думаю, что это связано со спецификой именно той ну, территории Швейцарии их природных условий, которые ну, как бы более схожи с условиями шведов, потому что там могут быть аэродромы заснеженные, может быть неожиданная там пруга и какое-то там еще какие-то природные катаклизмы. Поэтому очевидно швейцарцам это надо по своим летно, летным характеристикам гриппы находится на уровне современных машин по всем параметрам. По скорости, по высоте, по маневрированию, по углам атаки критическим, ну и по всем основным характеристикам, которые там не буду загружать лишней информацией. Когда может стать это диво, и Украина отримає сучасну боевую авиацию? Я боюсь ответить на этот вопрос однозначно, потому что мне очень хочется, и мое желание как можно быстрее, оно может не совпадать там, со всеми политическими процессами, которые при этом происходят и которые определяют уровень принятия решений, качество этих решений. То, что они нам нужны, я думаю, всем понятно. Дякую. Костянтин Кривола, авиационный эксперт, аналитик, с нами был. Подписывайся на канал Радио НВ, ось тут.